он прислоняется к коже, это буквально 3-5 минут. Врач смотрит и определяет, является ли образование доброкачественным, либо злокачественным. Это абсолютно безболезненное обследование проводят с помощью компактного оптического прибора дерматоскопа. Обратиться к специалисту необходимо, если вы заметили появление новых родинок, которые отличаются от остальных, или если существующие родинки изменили форму, цвет или размер. Количество пациентов с меланомой год от года растет. У некоторых, к сожалению, диагноз ставят уже на поздней стадии. Ежегодно от данного заболевания во всем мире погибают около 37 тысяч человек. И в большинстве случаев это связано именно с поздней диагностикой данного заболевания. В 90% случаев, если человек вовремя обращается к доктору, то это заболевание можно вылечить. Записаться на бесплатный прием к дерматологу можно до 22 мая по телефону, который вы видите сейчас на экране.